Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit Bip 5. И сейчас я покажу вам, как добавить будильник. Итак, нажимаем на кнопочку, ищем здесь будильник. Находим, включаем, нажимаем на плюсик. Далее выбираем время, настраиваем часы и минуты. Нажимаем на галочку. Можем также настроить повтор. Это может быть один раз каждый день, либо выбрать определенные дни. И нажимаем на галочку. И так мы можем добавить несколько будильников. И также мы можем его включить или выключить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.